«Дари полезное, бери нужное». Под таким девизом состоялась уже вторая ярмарка, где каждый участник мог принести ненужные, но хорошие и интересные вещи и забрать себе все, что понравится. Добрая и нужная акция развернулась в танцевальном зале Зеленогорского парка культуры и отдыха. Множество людей от мала до велика приняли в ней участие. Люди приносят свои вещи, одежду, обувь, детскую одежду, игрушки, книги, товары для творчества, различные предметы быта, посуды, кастрюли. Сегодня принесли даже мультиварку, и, то есть у нас можно прийти и обзавестись хорошим предметом. Мастер-классы проходят по рисованию, вот сегодня у нас вязание крючком, вязание, танцы, поделки из бумаги. А вообще люди сами нам пишут и предлагают свое участие. Спектакль сегодня еще был. Да, сегодня был детский детей. Интерактивный спектакль для маленьких детей. С обучающим элементом о раздельном сборе. Вы знаете, что такое мусороперерабатывающий завод? Да. Сегодня в рамках экокультурной акции для пришедших на ярмарку посетителей было предложено множество мастер-классов, как для совсем малышей, так и для взрослых, общая суть которых сводилась к бережному отношению к вещам и окружающей нас природе. Зародилось такое полезное явление, как ярмарка, у наших соседей в Кронштадтском районе, а затем добрая акция прижилась и у нас. Сегодня это не только место, где можно бесплатно обменяться нужными предметами быта, одежды, книгами, игрушками и не только, но и сосредоточие творческих людей, готовых делиться своими мыслями, знаниями и умениями.